Приветствую всех на канале Криптомир. Здесь вы узнаете о новых стартапах и перспективных ICO проектах. В этом выпуске мы продолжим говорить о проекте Liberty и опишем его в сессии вопросов-ответов для короткого и глубокого понимания о том, что представляет для себя проект Liberty. Итак, давайте начнем. Что такое Liberty? Liberty – это маркетплейс, основанный на блокчейне для продажи личных данных пользователей. Мы создали надежную децентрализованную платформу управления данными на основе согласия DMP, которая вознаграждает пользователей за использование рекламодателями своей личной информации. Таким образом, мы создали новую, более справедливую цифровую рекламную экономику. Что такое платформа управления данными DMP? DMP – вычислительная система для сбора, интеграции и управления большими наборами структурированных и неструктурированных данных из разрозненных источников. Проще говоря, DMP – это платформа хранилища данных. Платформа данных Liberty имеет три разных модуля. Это пользовательский модуль, отвечает за сбор информации, полученной от пользователей, и ее надежное хранение. Второй модуль больших данных, это модуль отвечает за агрегатирование всех полученных данных, анализируя их и создавая соответствующие профили пользователей, которые будут совместно использоваться рекламодателями. И третье, DMP. Это здесь обрабатываются данные, и рекламодатели могут получить к нему доступ через консоль аудитории, чтобы запустить целевые онлайн-компании. DMP имеет различную интеграцию с платформами для покупки мультимедиа-контента. Что предлагает Liberty? Liberty использует преимущества технологии блокчейн и урегулирования GDPR, чтобы предоставить пользователям возможность управлять своими правами на данные. Исходя из своих данных, пользователи впервые становятся равными партнерами в экосистеме онлайн-рекламы, получая справедливую оплату за товар, который у них уже есть. Какие пользовательские данные используются Liberty? В соответствии с регламентом GDPR, Liberty использует исключительно данные на основе согласия. Данные, которые пользователь, законный владелец информации, разрешил нам использовать, в основном это данные, созданные через их использование различных онлайн-продуктов, таких как Google, Facebook и Amazon. Что делает Liberty с этими данными? Получив четкое согласие на сбор данных пользователя, Liberty использует технологию искусственного интеллекта и передовые аналитические процессы для их агрегатирования и устранения всех идентифицирующих элементов. После обширного анализа различные сегменты создаются и становятся доступными для рекламодателя как релевантные и точные аудитории, на которых они могут нацеливаться. Почему рекламодатели заинтересованы в данных пользователя? Согласие DMP от Liberty предоставляет рекламодателям доступ к уникальным и надежным данным, которые до сих пор не могли быть полученными за пределами бэкграунда Facebook и Google. Это предоставляет рекламодателям свежие способы эффективного доступа к новым аудиториям. Рекламодатели знают свою целевую аудиторию, они знают характеристики своих самых ценных клиентов, и они используют сегменты, чтобы охватить пользователей со схожими характеристиками. Другим способом, используя эти данные, является создание новых аудиторий, которые могут быть заинтересованы в тестировании их продуктов или услуг. Какие данные собираются на меня и насколько эти данные интересуют рекламодателей? Вы будете удивлены, сколько данных онлайн-услуги собирают у вас. Google хранит вашу историю поиска, загруженные вами изображения, номер сотового телефона и адрес, пароли, все приложения, установленные на вашем устройстве и многое другое. Facebook знает ваш пол, местоположение, какие есть ваши друзья и какие страницы вам нравятся.
Они даже сохраняют, какие статьи или темы вам нравятся, а кто вы не приветствуете. Liberty, то есть а кто вам не нравится. Liberty и онлайн-рекламодатели вообще не интересуются каждой деталью, а скорее сосредоточены на таргетинге на большое количество людей со сходными характеристиками. Например, женщины в возрасте от 18 до 25, которые заинтересованы в покупке новой вещи. Безопасны ли мои данные? Ваши данные извлекаются из различных онлайн-сервисов по вашему запросу, зашифровываются и загружаются в DMP в частном соединении SSL. На DMP данные хранятся в зашифрованном виде и совместно с рекламодателями анонимно. Каждая загрузка данных проверяется и записывается на блокчейне для обеспечения наивысшего качества конфиденциальности. В свою очередь, все транзакции рекламодателя записываются в блокчейн и прозрачны для всех, чтобы обеспечить запись всех транзакций и передачу денег законным владельцам. Кто выигрывает от предложения Liberty? Первое. Это пользователи. Получают вознаграждение за данные, которые они уже имеют в Google, Facebook и Amazon. Следите за собранной информацией. Доступ к расширенной платформе скидок. Издатели. Создание новых потоков доходов. Расширение пользовательских данных. Используйте большую часть регулирования GDPR. Рекламодателям. Простота интеграции DSP по вашему выбору. Нажмите на получите богатое большое хранилище данных. Доступ к первоклассным данным на основе согласия. Воспользуйтесь данными, проверенными на блокчейне. Действительно, вот это описание проекта дает полное представление о том, кто и почему будет заинтересован в этом проекте. Вот, получая эту информацию, у меня создается впечатление о полностью уверенность, о полной уверенности в необходимости существования этого проекта и о том, что этот проект будет действительно успешен, так как действительно существует уже рынок для этого проекта, актуальность вопроса, который решает этот проект, а также большое количество пользователей, которые однозначно будут пользоваться услугами этого сервиса. Также на другие вопросы вы найдете ответы на сайте, в белой книге этого проекта, а также можно задать вопросы в социальных сетях, пообщавшись с командой. Ссылки на все эти ресурсы вы найдете в описании к видео. Пожалуйста, присоединяйтесь к проекту Liberty, станьте успешными вместе с ним. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока.